На остановочных комплексах «Химок» появилось более информативное расписание. С его помощью пассажиры могут не только увидеть время прибытия и отправления нужного им автобуса, но и скорректировать работу всей транспортной сети округа, внести свои предложения и зафиксировать жалобы. Достаточно лишь навести камеру смартфона вот на этот QR-код. Как работает новая система, проверила депутат местного совета Галина Болотова. Использование QR-кодов на своих смартфонах позволяет жителям не только узнать оперативное расписание, но также быстро и своевременно обратиться в Министерство транспорта для того, чтобы решить какой-нибудь значащий для них вопрос. Потому что в первую очередь для наших жителей важна обратная связь. И сейчас это стало сделать довольно-таки просто, легко и удобно. QR-доступ к Минтрансу области люди получили благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. При поддержке главы города Дмитрия Волошина сегодня проект успешно реализуется на территории Химок. Thank you.